Приветствую всех! Сегодня мы с вами будем смотреть расклад под названием «Искатель». Посмотрим, что вы ищете в этой жизни. Да? Каждый что-то ищет для себя, осознанно или нет. Во, наверное, так и посмотрим. Да? Посмотрим, что вы ищете неосознанно и что ищете осознанно. Так, позиция перед вами. Первая, вторая, третья. Голубой, красный, зеленый камешек. Тайм-коды есть в описании к любому моему ролику. Также есть ссылка «Мои услуги». Переходите, смотрите, там есть мои контакты, связывайтесь, кому это интересно и актуально. А мы с вами сразу приступаем. Отодвинем вот эти два камешка в сторонку. Позиция номер один, голубенький камешек. Мы с вами приступаем. Итак, что вы ищете неосознанно? Давайте посмотрим. Ну, неосознанно вы ищете эмоции, вы ищете наполненности, счастья, удачи. Здесь нету какого-то конкретного, какой-то конкретной цели. Здесь цель важна именно в наполненности эмоциональной вашей, да, то есть чтобы вы проживали какие-то состояния в его пиковом проявлении. Для кого-то, возможно, и актуальна семья, но как таковой я не вижу, чтобы здесь вот прям акцент был именно на семью. Здесь для вас важно вот именно состояние счастья и наполненности, чтобы вас что-то радовало, и чтобы внутри себя вы ощущали целостность. Еще что вы ищете неосознанно. Знаете, какую-то правду, да, хочется сказать, какую-то правду, истину, возможно, информацию тоже. Что это за информация? Ну, вы всегда хотите прояснить какую-то ситуацию, возможно, да, либо хотите докопаться до источника чего-то, до какой-то, вы знаете, сути, то именно в тех состояниях, в тех моментах, да, когда вам что-то непонятно. Возможно, что-то скрытое, что-то тайное. Это тоже вас интересует, вы это всегда будете искать, потому что Луна – это нечто такое, знаете, с одной стороны, манящее, что-то зазывающее, притягивающее, но при этом нету четкого понимания, возможно, для чего это. Да, нету какого-то объяснения, почему со мной что-то происходит. То есть вы, возможно, в вопросах мистики, да, вот как вариант, для вас это будет вот прям то самое, да, то есть будете искать то, что не видно на поверхности, да, либо то, что скрыто за ширмой, за чем-то таким видимым. Может быть, для себя будете все время желать прояснять, что есть реальность, либо что есть иллюзия, да, то есть вот какие-то такие моменты. Либо вообще в ситуации вам всегда важно, чтобы все было четко, понятно, ясно, открыто. Но и что-то такое, знаете, сакральное вас тоже будет притягивать. Всегда, возможно, вас будут притягивать люди какие-то такие достаточно мутные, и будет желание вывести их на чистую воду, да, вот это вот. То есть все время срывать, возможно, с людей какие-то маски и показывать им в первую очередь, кто они есть на самом деле. Да, то есть вот Луна, желание быть всегда вне влияния других людей, да, то есть вот вас будет все время манить не то чтобы какое-то бунтарство, кому-то что-то доказать, но вот, знаете, как-то проявление того, что на меня никто не может повлиять, либо я не желаю, чтобы кто-то на меня влиял. У вас будет все время какое-то, будут очень сложные какие-то ситуации по жизни, связанные, возможно, с друзьями, либо с предательствами, да, и вот это вот понимание того, кто есть друг, а кто есть враг, где мой путь, а где не мой путь, вот это вот то, что вы будете все время задаваться этим вопросом, да, и вот туз мечей всегда говорит о том, что вы будете желать это прояснить. Почему я сказала про предательство и про влияние? Я уже говорила, по-моему, в каком-то раскладе, что вот здесь вот на Луне не очень-то хорошо видно, может быть, да, не знаю, здесь изображен человек.
в углу, да, который влияет. То есть вот ваше, может быть, неосознанное такое желание выйти за рамки влияния других людей на вас. Возможно, здесь вопросы критики для вас будут очень ярко выражены, да, то есть вам сложно будет справляться с критикой других людей, она вам будет неприятна. И вот вы все время будете как-то прояснять ситуацию для себя, возможно, в первую очередь, да, почему вот люди, допустим, меня критикуют, почему у них есть такие убеждения, мнения по поводу меня. То есть это тоже будет вам интересно. Но, в принципе, да, здесь человек, который на основе туза мечей, да, опирается на логику, вот, и поэтому любое логическое прояснение каких-то бессознательных наших моментов по Луне для вас будет интересно. То есть вы все время ищете какие-то доказательства, какие-то объяснения для себя, как работает бессознательное, как работает что-то иррациональное. То есть для вас это будет вот прям такая задача объяснить для себя рациональным путем то, что достаточно, может быть, иррационально, да, то, что не входит в сферу объяснений, вот, там сложно что-то объясняется, вот, но и при этом вы от этого хотите получать огромное удовольствие, да, то есть вот эти вот эмоции, чтобы они вас переполняли, то есть вы человек такой достаточно эмоциональный, но это не значит, что вы как-то вот капризный, да, либо человек, который не умеет управлять своими эмоциями. Здесь, скорее всего, человек, который получает в эмоциях, находит свой ресурс, вот так скажу, получает удовольствие от чего-то. То есть человек открытый в выражении, в проявлении своих эмоций. То есть вы не можете не выражать свои эмоции. Для вас это очень-очень важно, проживание каких-то состояний. То есть вы не сухой человек, который опирается на логику, да, но вот здесь какой-то такой баланс. С одной стороны, вроде бы вас манит что-то иррациональное, с другой стороны и присутствует логика, да, может быть, даже какая-то стратегия. Тут это все как-то перекрывается эмоциями, поэтому я могу сказать, что вы очень такой многогранный человек. Это то, что вы ищете неосознанно. Что же вы ищете осознанно по жизни? Да я бы сказала себя, но не с точки зрения философии, а императрица – это очень такой земной даже архетип. Вы, особенно если вы женщина, вы ищете свою целостность, да, с точки зрения самопознания, либо хотите, вот действительно, знаете, вот на краске Таркан попадает под десятку кубков, хотите наслаждаться в земной жизни своей, да, то есть получать удовольствие от реализации своих каких-то желаний. При этом вы очень такой, знаете, ранимый и чувствительный человек, хотя внешне вы это можете и не показывать. Почему? Потому что вы достаточно умны. И понимаете, что вот свое истинное какое-то лицо, да, то его нужно показывать не всем. У меня здесь ощущение, что вы, по-моему, даже никому и не показываете в общем, то есть даже своим близким, друзьям. Есть какие-то моменты, их достаточно много, которые вы скрываете внутри себя. То есть вот в вас присутствует эта глубина, какое-то такое вот некая бездна, да, как и по Луне, которая скрывается внутри вас, и вы с ней знакомы очень хорошо. Но осознанно вы хотите, знаете, как-то наслаждаться жизнью, вот если сказать общими словами, да, то есть наслаждаться жизнью, многие могут сказать, да, все хотят, нет, вот для вас именно важно получать, знаете, наслаждение, возможно, от тактильных каких-то ощущений. То есть вы, когда, например, обнимаете какого-то близкого для вас человека, да, вы действительно получаете от этого удовольствие. То есть это не что-то такое формальное, да, вот там, не знаю, поздоровался, обнял и все. Нет, для вас это очень важно. То есть все, что связано с телом, все, что связано с материей, все, что связано с земной жизнью, для вас это очень важно. То есть если, например, вы приглашаете гостей к себе домой, да, то
вы действительно заботливый человек. То есть вы будете обращать внимание на предпочтения своих гостей, да, что они едят, что они не едят. Вы хотите, чтобы было комфортно, вы хотите, чтобы было уютно. Знаете, такая хорошая хозяйка не в плане того, что у нее нету интереса, вот, и она полностью себя посвящает быту. Нет. А здесь вот именно понимание женщины со всех ее сторон. То есть это и наслаждение, удовольствие своим собственным телом, да, своей красотой. Это мне очень напоминает где-то примерно 18 век, да, когда воспитание девочек обращали, особенно если это статные семьи, обращали такое значение, внимание на как раз-таки то, как себя ведет девушка, да, женщина, как она умеет пользоваться, например, столовыми приборами или нет. То есть вот эта вот манера и эстетика, она для вас важна. Императрица – это архетип человека, который несет красоту и гармонию во внешний мир. Но чтобы это нести, а это должно быть внутри вас. И поэтому вот эта вот эстетика в вас, красота, вы это ищете не только во внешнем мире, скорее всего, даже вы не ищете, а это заложено в вас, и вы ищете лишь, как вы можете улучшить этот мир. То есть вот эта вот ваша внутренняя потребность красоты, есть необходимость видеть ее и во внешнем мире. Поэтому если вы видите где-то какое-то несовершенство во внешнем мире, не знаю, может быть, идете по улице и увидели там, я не знаю, какой-то мусор, либо что-то лежит не так, либо пошли в гости, где-то картина там чуть-чуть скривилась, у вас прям вот внутренняя вот эта вот потребность, да, привести все в норму, то есть выровнять эту картину, да, если есть там мусор, вы можете просто поднять и выбросить, либо если что-то мешает, уберете по своей дороге. То есть вот знаете, вот человек, который несет гармонию во внешнем мире, потому что это есть внутри него. Я не могу сказать, что вот вы вот здесь вот прям такой по императрице легкий человек на подъем, здесь вот прям человек такой очень фундаментальный, который создает вокруг себя, знаете, вот у меня ощущение, что вы близко-то к себе и не подпускаете людей, но при этом создаете такую, знаете, вот атмосферу, почему-то мне идет роскоши. То есть даже в общении, да, вот говорят, иногда смотришь на женщину, говоришь, вот она роскошная, да, роскошная дама. Это почему-то в теле мне идет, да, мне не идет, что вот такая прям худенькая, щупленькая, нет, скорее всего, человек прекрасной формы, вот так скажу, да, здесь нельзя сказать, что вот он там худой, либо это пышка, вот красивый, да, то есть ваши формы, они симметричные. И очень красиво это смотрится. Плюс ко всему вы ищете, знаете, если мы говорим о контактах, о социуме, то здесь связи, они будут с полезными для вас людьми. То есть с теми людьми, которые каким-то образом могут вас обогатить. Обогатить на знания, возможно, да, обогатить на какие-то манеры, привычки, обогатить эмоционально, ресурсно, то есть здесь не обязательно только финансы, да, вот. И здесь идет такая вот очень сексуальная энергия, но здесь энергия жизни, в общем. Поэтому я и сказала в самом начале, что осознанно вы ищете наслаждение жизнью. Здесь очень-очень многогранно можно говорить. Но в первую очередь вы ищете уверенность. Уверенность в себе, потому что здесь по энергиям не чувствуется, что вы человек такой уверенный. Почему? Потому что вот этот вот бессознательный поиск чего-то сакрального, да, для вас, чего-то скрытного, он говорит о том, что осознанно вы будете как-то, знаете, у вас нету одной линии поведения, либо одной какой-то точки зрения. Ваша точка зрения, она многогранна, то есть вы в одной ситуации можете брать абсолютно разные позиции одновременно. И поэтому придерживаться какого-то одного мнения в какой-то конкретной ситуации вам достаточно сложно, потому что вы смотрите на ситуацию сферично. И здесь такое чувство, что это придает вам некой такой неуверенности. Ну вот, например, допустим, есть какая-то ситуация, и к вам приходит, и, не знаю,
Условно говоря, дети поругались между собой. И вот они спрашивают у мамы, например, кто прав, кто виноват. И если говорить объективно, то маме достаточно сложно принять чью-то позицию, не потому что оба ее детей, а потому что она видит долю истины в каждой из позиций. И вот это вот внешне может казаться, что человек колебается. На самом деле он не колебается, он просто видит, что оба правы по-своему. И в какой-то своей доле, и есть там и третья, и четвертая позиция. И вот это вот бесконечное какое-то внутреннее ваше эмоциональное состояние качели, оно не дает вам какого-то покоя. Вот. Но вот вопрос, я сказала, покоя, здесь вот этой вот тишины, он тоже присутствует, вам нравится. Вам нравится как-то вот наслаждаться, вы можете наслаждаться и хорошей компанией, и тишиной, и каким-то вот внутренним спокойствием. И когда вы находитесь наедине с собой, здесь человек, который ищет, знаете, взять от жизни, осознанно это ваш поиск, взять от жизни все, что можно по максимуму. Но не в плане урвать, а в плане войти в гармонию с этим миром и насладиться. То есть, знаете, человек такой достаточно зрелый, в плане осознанности как раз-таки, да, который вот находится вот в этой гармонии с этим миром, и он получает удовольствие. Вот то, что я сказала, бессознательно вы ищете это удовольствие, оно для вас важно. И вы умеете это видеть, и вы умеете нести эту внутреннюю свою любовь к миру. Именно к миру. Я не вижу, чтобы у вас была любовь к людям, да, чтобы вот прям сказать, ой, я так люблю людей, я готов каждого там, либо готова обнять. Нет, вы не против людей, но у меня такое ощущение, что вот ваша любовь, она больше выражается к природе, да, возможно, к каким-то вещам, но не к людям. И это не то, что вы их осуждаете, но опять-таки вот эта вот сторона, да, я хочу понять непонятое. Вам проще понять мир, нежели понять людей, их какие-то поступки. Не потому что вы это не можете сделать, потому что то, что вы видите, это для вас является каким-то абсурдом. Да, то есть некое поведение людей. Вам кажется, что вот, ну, если бы это сделало кто-то животное, хотя животные такого не делают, да, вам было бы это понятнее. То есть вы могли бы быть как-то более снисходительными. Но вот в поведении людей вы достаточно строги. Итак, что еще вы ищете в этой жизни осознанно? Состояние вашей души. Вот вы ищете близость, да? Рыцарь кубков нам говорит о душевной близости. Вы ищете людей, с которыми можно было бы... Здесь, знаете, единомышленники не в плане какой-то идеи, а в плане именно задушевных бесед. Вот мне почему-то идет такой образ писательских вечеров, да, когда вот приходит на встречу писатель, начинает рассказывать о своей какой-то книге, потом ее обсуждают, да, разные какие-то сцены из произведения, обмениваются фразами. Вот здесь что-то такое, и это вам как-то близко. То есть вы... ищите родство душ, вот так я скажу. То есть вот именно на данном этапе, да, у меня такое ощущение, что это срез именно в моменте здесь и сейчас. Вы раньше не были таким человеком. Может быть, в некоторой степени какие-то моменты. Но вот сейчас именно вы тот человек, который ищет родство душ. То есть когда вы общаетесь с человеком, вы ищете в нем что-то, что будет похоже на вас. Не то, что вас разделяет, а то, что наоборот объединяет. И это не в плане, еще раз скажу, каких-то желаний, а это скорее цели, да, реализации. Это скорее всего в плане состояния. То есть вы ищете людей, которые проживают те же самые состояния, что и вы. И здесь, если я говорю о состояниях, я не имею в виду переживания, я имею в виду вот это вот глубокое погружение, наполненности, гармонии, красоты. То есть вы можете разговаривать на абсолютно разные темы, но если вы чувствуете, что у вас с этим человеком нету родства, здесь, знаете, еще такое, вы как будто бы не видите человека, хочется сказать... в теле. Вы как будто бы видите душу человека. И когда вы общаетесь с душой. Вот здесь вот еще раз приходим к некой такой, некому колебанию, когда у вас бывают вот эти вот когнитивные диссонансы в плане того, что вы видите душу человека, и она одна,
А именно проявление эго, да, если так можно сказать, то есть души в теле, оно абсолютно другое. То есть то, как ведет себя человек, он может быть один, и вы это никак не одобряете. Но вот как-то, знаете, вот вы видите то, что скрыто за этой маской. И иногда со стороны может показаться странным, почему вы, например, общаетесь с тем или иным человеком, он, допустим, его осуждают все, да, за его поступки, но вы вот видите красоту его души, и вас манит его душа. Поэтому здесь вот такой момент. И ну, сразу хочу сказать, что в коммуникации вы ведете у вас ведущую роль. Вы не будете общаться с человеком, с которым вам неинтересно, даже если для вас это выгодно. Например, там, не знаю, в профессиональной сфере. Нет, вы не будете идти на уступки, да, в плане выгоды, вы отстранитесь. Рыцарь кубков – человек, который выбирает, кому он даст этот кубок, да, кому он даст вот это вот свое состояние, право на общение с ним. Да, здесь вот, еще раз скажу, императрица такая значимая, знатная личность, да, в плане, вот у нее, знаете, какой-то вот такой объем, да, ее аура, она достаточно объемная, большая, вы занимаете в пространстве очень много места, и люди это ощущают, когда с вами общаются. То есть они понимают, что вы не простой человек, и на энергетическом уровне это ощущается, да, что с вами, ну, бывает иногда тяжело, да, потому что вы очень многогранны, и в пространстве занимаете очень много места. Ну, давайте еще один аркан вытащу, что вы ищете в этой жизни осознанно. Ну, вот, любовь. Понимаете, вы достигли до такого уровня, когда я говорю любовь, здесь не в плане любви мужчины и женщины, а в плане, скорее всего, вот этой вот близости. Близости душевной. А, при том, что вы человек, который близко, еще раз скажу, к себе не подпускаете. И вот для вас вот этот вот осознанный поиск близости, он очень сложный. Потому что для того, чтобы ощутить эту близость и найти этого человека, да, вы должны быть открытым именно к взаимодействию. Вы же не открываетесь. И поэтому для вас вот эта вот близость, она достаточно сложная. С другой стороны, двойка кубков у нас говорит о гармонии внутри вас. То, что я и сказала первично по императрице. То есть вы стремитесь к этому состоянию гармонии внутри вас. И здесь вот эта гармония, это когда человеку хорошо, и он ощущает себя целостным, независимо от того, есть люди вокруг него или нет. Независимо от того, есть ли у него пара или нет. Там, я не знаю, какие-то обстоятельства. То есть вы стремитесь к такому достаточно высокодуховному состоянию, но не в плане там познания мира или еще что-то. Нет, для вас важно ваше внутреннее вот это вот состояние, когда я живу, я счастлив, невзирая на какие-то внешние обстоятельства. То есть вот то, что здесь был человек, да, который влияет люди, а вы должны ищете то состояние, когда вы можете прийти к внутренней гармонии, когда вы счастливы, невзирая на какие-то внешние обстоятельства. То есть вы стремитесь к этому состоянию. Это то, как будто бы вот ваша цель на данный момент, да, то есть независимо от того, что происходит вокруг меня, независимо от того, есть ли у меня финансы, еще раз скажу, есть ли у меня там семья, партнеры, присутствует ли какая-то там, не знаю, внешняя любовь. Для меня важно, особенно если это какие-то конфликтные состояния, знаете, быть внутренним маяком для самого себя, чтобы вот этот внутренний свет, который есть внутри вас, когда вы находитесь в спокойном состоянии, чтобы вы его привносили при взаимодействии с другими людьми. Для вас это важно, чтобы его не утратить. То есть вот как хорошо вам бывает, когда вы наедине с собой, либо вы находитесь на природе, так же хорошо вы стремитесь, чтобы вам было, когда вы общаетесь с людьми, особенно если это люди, которые вам неприятны. Да? То есть вы вынуждены с кем-то общаться, но, там, не знаю, может быть, кто-то вас критикует, либо осуждает, либо у человека есть просто другое мнение, и оно отличное от вас. И вот чтобы оно не вызывало в вас вот эти негативные какие-то эмоции, вы стремитесь изменить свое отношение к ситуации либо к человеку таким образом, да, чтобы оно оставалось в гармонии, в балансе, чтобы вы не утратили свой внутренний свет. Проще говоря, вы стремитесь к тому, чтобы быть все время на высоких вибрациях. Это прямо очень такая высокая цель на самом деле. И вот для меня
хотя я очень редко высказываю свою точку зрения в раскладах, да, это вот и есть некая такая духовность. Не то, что вот именно понимание, там, как устроен мир, либо там создание каких-то практик. Нет, ваша практика – это непосредственно сама жизнь. Это не медитация, это не какие-то там, я не знаю, телесные практики. Вот ваша практика именно является сама жизнь, как вы взаимодействуете с другими людьми. Вот такой у меня был первый расклад, да, первая позиция. Пишите свои комментарии, обратную связь. Не забывайте, что все мои контакты есть под любым моим видео по ссылке «Мои услуги». Мы с вами переходим к позиции номер 2, красненькому камешку двоечки. Давайте посмотрим, да, что вы ищете неосознанно, так же, как и в первой позиции. Потом посмотрим, что вы ищете осознанно. Итак, что вы ищете неосознанно? Так, лабиринт. Лабиринт – аналог аркана Луны. Что вы ищете неосознанно? Ответ, да, ответ на какой-то вопрос. Как выйти из непонятных для вас состояний, что ли? Что вы здесь ищете? Давайте уточним. Угу. Изобилие. Вы неосознанно ищете. Вот смотрите, в первой позиции, да, чем-то схоже здесь, но здесь немножко другие энергии. То есть, если в первой позиции была императрица, это тоже аналог аркана императрицы, и там речь шла о внутреннем состоянии, то для вас важен внешний. Внешний мир, да, внешние какие-то факторы, вот чтобы, знаете, вам было любо глазу посмотреть, да, что вот куда бы вы ни посмотрели, все было очень так красиво, роскошно, богато. Здесь ощущение того, что вот вы как будто бы ищете некую такую утопию, вот прям какой-то идеал вы ищете для себя. Пашкубков говорит, он мне почему-то вспомнился, знаете, эти магазины, детский мир с игрушками раньше было, да, вот это вот прям счастье для ребенка, когда он заходит вот в игрушечный магазин и прям вот выбирая все, что хочешь, и у него глаза разбегаются, и он не знает, что выбрать, и для него вот это вот прям вот это вот состояние счастья, то есть ему даже не столько игрушки нужны как таковые, сколько вот это вот состояние, что куда ни посмотришь, а везде вот эти вот игрушки, и у меня есть право выбрать, я могу взять, что хочу, и вот мне это нравится. Вот вы здесь как будто бы ищете вот эти вот какие-то детские состояния, не знаю, возможности выбирать, да, что вот вы стремитесь увидеть в этом мире вот эти вот именно возможности, как-то их заметить. Причем здесь могут быть еще, знаете, какие состояния, как я могу реализовать какие-то свои идеи. То есть у вас есть как-то очень много желаний, что ли, идей ваших, но вы как будто бы не знаете, как выбрать. Я не знаю, почему здесь вопрос выбора, хотя нету аркана влюбленных, но здесь вот ощущение того, что ваше бессознательное, оно как будто бы ищет все время какие-то новые возможности. Ну-ка я еще уточню. Вот сказала выбор, да, туз пентаклей и выпал. Как войти, вот вы как будто бы ищете, как войти в врата изобилия. Вот прям реально какие-то райские такие сады, да, в которых вот есть абсолютно все. И вы ищете возможность, как войти в это состояние. Здесь такое, знаете, у меня чувство от этого расклада, что бессознательно у вас нету четкого направления, что вы ищете по жизни. Для вас как будто бы здесь, как это так сказать, это как какое-то некое воспоминание в вашем бессознательном идет. На то оно и бессознательно, что вы это не осознаете. Какой-то вот возврат в идеальное место. Я не знаю, это может быть вот как Эдемский сад, да, возвращение в райские какие-то места. И вот вы
неосознанно все время как будто бы стремитесь вернуться в какое-то состояние, в котором есть возможность выбирать. Причем возможность выбирать не между двумя какими-то моментами, а именно возможность выбора из изобилия. То есть там не только... Вот, я не знаю, это как, я не знаю, пойдешь, например, там на базар, а на базаре есть очень много разных вкусных фруктов, овощей. И вот ты не можешь выбрать, да, но вот вход именно вот в этот базар, да, в это место, в это пространство, оно дает вам вот какое-то удовольствие, что ли, наслаждение. И вот вы ищете, как находиться, как можно чаще находиться вот в этом состоянии именно этого пространства. Вот когда вокруг меня есть куча возможностей, и я могу выбирать. То есть ощущение какой-то свободы, что ли, что я волен либо вольна выбирать. Почему-то для вас вот эта вот свобода, она важна. И здесь идет еще какая-то вот ностальгия по возвращению куда-то. Ощущение того, что... Возможно, в вашей памяти, да, где-то прописано это состояние возвращения домой. Домой в кавычках не дома, а именно вот куда возвращается душа. И вот вы постоянно как-то сравниваете, может быть, в земном плане, в материальном, вот нечто такое аналогичное, как было возвращение на тонком плане. Вот вы как-то его ищете, это место. Как это, вот где это что-то, что напоминало? Еще раз скажу, здесь не какое-то конкретное место, а это состояние. Вот как вам было хорошо тогда, когда вы были свободны на тонком плане, да, вот кто верит в перерождение, да, между реинкарнациями. Вот этот вот промежуток времени, где находится душа, и вот вы его как будто бы ищете в земном плане все время. Очень интересно. Ну-ка, а что еще вы ищете неосознанно? Вот вы ищете вот четверка мечей, как раз-таки смысл этого аркана, когда человек отстраняется, да, от, вообще от жизни. Вот, и его руки вот здесь вот как раз-таки, они направлены наверх, к небесам. То есть человек осознает, что я не могу найти решение в земном своем плане, да, вот, и я обращаюсь за помощью к высшим силам. То есть я понимаю, что ответ там находится, на тонком плане. Вот вы это ищете. Каких-то ответов в своей жизни, но не в земном плане, не в материальном, а где-то вот на тонком. Ваш взор, он все время стремится наверх. Вы как будто бы, знаете, такое ощущение, как незрячий какой-то котенок, которого забросили, и вот он ищет на ощупь как-то, дистинтуитивно, как куда-то вас ведет. Он ищет что-то, не знаю, может быть, ищет свою мамку, может быть, ищет какое-то безопасное место. То есть он не в недоумении, где он находится, но при этом он понимает, что ему нужно что-то найти. То есть здесь какое-то такое, знаете, состояние немножечко запутанное для вас в плане бессознательного. Но однозначно вы как будто бы не понимаете, что конкретно вы ищете, но вы знаете, что вам надо это искать. То есть вот это вот то, что я сказала в самом начале, выражение «иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что», а вам оно знакомо, очень прям знакомо. То есть вы, это как, знаете, как, здесь такое ощущение по энергиям у меня, что вы можете не осознавать, что вы ищете, но четко понимаете, что когда вы это найдете, вы это почувствуете, вы поймете, скажете, это оно. Ну, например, если вы ищете, например, себе партнера, да, по жизни, либо своего какого-то человека, друга, не знаю, вы не сможете описать, как он выглядит, какие у него качества, характер. Для вас это не столь важно. Но стоит вам только столкнуться с каким-то человеком, вы говорите, вот это он. Как ты это понимаешь? Не знаю, я не знаю, как я это понимаю, но это он, я четко чувствую. То есть внутри вас есть какой-то компас, который осознает, да, и распознает, скорее всего, что вот это мое, а это не мое. И вот неосознанно вы по жизни вообще все, что вы ищете, это скорее всего, даже еще раз повторюсь, скажу, что не важно что, а важно, что вы это... Как будто бы, знаете, есть некая программа, записанная в вас,
которая говорит, иди на поиск. И вы идете. Вы не понимаете, зачем вы это делаете, но вы идете. И как только вы, я не знаю, там, может быть, ситуация какая-то с вами случается, и вы после этого, после того, как что-то случилось, факт уже произошел, да, вы понимаете, что вот я вот это искал. Но заранее я не смог бы это описать, либо рассказать, что конкретно я ищу. Почему? Потому что у меня не было такого понимания. То есть здесь акцент у вас идет даже больше не на интуицию, а на какое-то распознавание. Вот это мое, это не мое, это надо, это не надо. То есть вы распознаете то, что вам надо, что вы ищете, только тогда, когда это уже случается. И это вот, ну ладно, вот так оставлю, неосознанно. Что же вы ищете в этой жизни осознанно? Да ничего, в принципе, и не ищете, да, семерка пентаклей. Ну, вот, в принципе, смотрите, как созвучно у нас идет с нашим бессознательным. То есть, если бессознательное не совсем понимает, что оно ищет, вот, то и осознанно, да, вы, в принципе, ничего не ищете. Семерка пентаклей говорит о том, что я нахожусь в некой такой пассивности, да, в неком таком ожидании. Вот прям программа у вас и работает, срабатывает таким образом, что я ничего не жду, я просто там, я не знаю, проживаю, делаю какие-то дела, которые должен либо должна. А потом, когда со мной что-то случается, я понимаю, что да, вот, значит, мне это надо было, да, то есть вот здесь, я не могу сказать, что прям стопроцентная пассивность, да, либо лень, нет, поймите меня правильно, здесь вы не тот человек, который будет достигатором по жизни, да, вот ставить себе какие-то цели, я хочу это, я это получу, нет, это не про вас. У вас, если появляется какое-то желание, вы себе говорите, ну окей, да, я это просто хочу, ну если это мое, оно будет. И продолжаете что-то делать. А потом вот с вами, например, случается, да, там, вы получаете свое желаемое. Вы говорите, ну да, я его получил, потому что это мое. То есть здесь вот такая, с одной стороны, пассивность, но в этой пассивности есть активность. Да? То есть вы как минимум выражаете намерение, вы как минимум, я не знаю, совершаете какие-то шаги, но вы, у вас нету конкретики. И здесь программа такая, что вам эта конкретика, она и не нужна. Вы открыты. Я не могу вам объяснить словами. Надеюсь, вы понимаете, потому что это про вас. Но очень такая вот интересную картину мне здесь показывают. Это как, знаете, в американских фильмах показывают, преступника приводят на опознание. И вот встает, значит, перед свидетелем, там, я не знаю, 5-8 этих мужчин, и вот он должен опознать того преступника, да, который, например, на него напал. То есть если его спросить, опиши, он скажет, я не помню. Но если я его увижу, да, я вспомню. Я точно скажу, что это он, либо не он. Вот здесь про это. Хорошо, что еще вы осознанно ищете? Ну, вы ищете доброту. Доброту, дружбу. Опять-таки, смотрите, шестерка кубков нам говорит о прошлом, о том, что вы уже когда-то проживали, о том, что вам уже знакомо. Вот не случайно вот это вот ощущение возвращения домой, возвращения в какие-то райские свои места, там, где вам было хорошо. Осознанно вы ищете просто доброту, чистоту в людях, да, человечность, я бы так сказала. Либо ищете то, что вам знакомо, когда вам было хорошо. В принципе, дружбу ищете. Что еще вы ищете осознанно? Перерождение. Что здесь про перерождение? О чем здесь речь идет? Так. Здесь такое чувство, вы как будто бы хотите избавиться внутри вас от каких-то противоречий, избавиться от внутренней борьбы, с чем она связана, с мечтаниями. Вот опять смотрите, выбор, да, то есть вы как будто бы хотите уже определиться, но вы не можете, понимаете, как бы вы ни стремились и не слышали, не слушали, может быть, людей, которые говорят, вот в жизни все должно быть ясно, все должно быть понятно, прозрачно. Это не про вас.
Не потому что вы мутные люди, либо вы не знаете, что вы хотите под жизни. А у вас программа такая, да, что вам не нужно знать. И вот этот вот выбор, да, вы как будто бы хотите внутри себя очиститься, чтобы у вас не было вот этих сомнений. А это мое, или вот это. А может быть, мне этим заняться делом, или этим. А может быть, мне там, я не знаю, пойти учиться, либо не учиться. То есть, чтобы не было вот этих, вы хотите избавиться от этого выбора. Потому что он вам мешает. А вам просто нужно понять, что ваш выбор, он, скорее всего, идет не от головы, то есть вы не выбираете, еще раз повторюсь, а вы распознаете. Вот если вы, там, я не знаю, определяетесь с работой, не можете выбрать там первую либо вторую, а вам не надо выбирать. Вам надо смотреть на отклик внутри вас, в вашем сердце. То есть распознайте. Если вы чувствуете что-то знакомое, что-то ваше, то, что уже было у вас как-то прописано, то выбирайте. Если нет, вы можете даже эти два варианта отпустить. Ищите третий, ищите пятый. То есть еще раз скажу, у вас нет выбора между двумя. То есть выходите из этих шаблонов и рамок, что вот мы всегда выбираем между... Ваней либо Сашей, да, либо между этим блюдом или не этим блюдом. Это вот вообще не про вас. У вас, может быть, там на 10-м варианте вы что-то распознаете. У вас нет выбора, у вас узнаваемость идет. Вы узнаете, мое это или нет. Это вот главный такой критерий. Поэтому вы хотите очиститься, да, то есть осознанно очиститься от этой внутренней борьбы. Я устал все время что-то выбирать. А вам нужно понять, что вам выбирать-то ничего не нужно. Просто надо узнать, это мое или не мое. А как вы это? А у вас отклик внутри вас голос вам скажет, это мое, да. Либо там может как-то воскликнуть, там, я не знаю, ура, либо наконец-то. То есть какое-то одно слово подтвердительное, когда вы поймете, что это оно. Вот если внутри себя, проанализируйте сейчас, что я говорю, свое прошлое, когда у вас это было. Вы вспомните, что вам это знакомо, то, о чем я говорю, что был вот этот отклик. Поэтому вам вообще не надо париться по поводу выбора. У меня такое ощущение, что многим сейчас пришли какие-то инсайты, либо пришло какое-то облегчение того, что, ну блин, наконец-таки я поняла, что мне не нужно выбирать, либо я понял. Вам не нужно выбирать, вам нужно просто ориентироваться на какой-то внутренний отклик, как узнаваемость. Вы знаете, это такое ощущение, что вот эта вот узнаваемость, она напоминает немножечко животный инстинкт на обоняние. Помню, проводился какой-то эксперимент американский, да, где пришли пары, мужчина и женщина. Мужчины были в футболках, они занимались спортом, вот, и вспотели. А потом эти майки как-то вот выложили и попросили женщинам по запаху, да, на нюх, выбрать, какая футболка вот именно соотносится с партнером. И вы знаете, многие женщины очень легко распознавали, да, хотя в принципе ощущение того, что пот, он в принципе, да, имеет какой-то свой определенный запах, и он схож. Могу сказать, что многие женщины говорили, что вот эта футболка, она как раз-таки моего партнера, то есть по запаху определяли, хотя не видели это. Вот у вас здесь что-то такое, вот эта вот узнаваемость, да, это мое, знакомое. И работа у вас так может тоже выбираться. Люди у вас очень много часто так встречаются. Да? То есть этот человек может быть вам не знаком, но у вас ощущение, что я его уже знаю. Я знаю. То есть есть в нем... не то чтобы есть что-то в нем, что напоминало вам в прошлом, да, то есть иногда бывает так, что встречаете какого-то человека, и он вам каким-то образом напоминает, там, не знаю, вашего отца, либо вашу маму, либо какого-то, по каким-то повадкам, да, либо каким-то характерам, по какому-то характеру. А здесь нет, здесь не про это, а здесь вот какое-то именно узнавание, это может быть незнакомый вам человек. Но вот вы с ним только поговорили, вы говорите, он мой, да, то есть я его узнаю, он мне знаком, хотя человек вам вообще может быть не знаком. Какое-то, вы знаете, узнавание родственности. Это вот как проявление каких-то программ. Мне кажется, вот ваша жизнь, она вся вот так выстроена. Поэтому вам что-то сказать, что здесь искать надо, нет, не надо, вообще ваш, здесь не про это. Вам как будто бы нужно проигрывать ваши программы,
которые уже записаны в вас, но программа не этого воплощения, да, то есть вот наработки, какой-то прошлый опыт, нет, этой жизни, нет, это не про это. А это вот как будто бы то, что уже было записано при вашем рождении, то есть вот такие какие-то программы. И надо просто научиться распознавать, тогда вам проще будет. Как-то вот мне почему-то кажется, что проще будет. Так, вот такие у меня были двоечки. Немножко необычный расклад для меня, но тем он и интересней. Так, мы с вами переходим. Пойдет? Мое благовоние. Так, к позиции номер 3, зелененькому камешку. Двоечки смотрим вас, троечки, простите. Смотрим вас, что вы ищете неосознанно и осознанно. Итак, что вы ищете неосознанно? Силу. Свою силу, если мы говорим, что значит сила? Это энергия, да, то есть вот наполненность энергетическая. Здесь неосознанно вы как будто бы ищете становление себя, только очень напоминает первую позицию, но в другом ключе. Если там речь шла о духовности через внутреннее состояние, да, то здесь вот я бы сказала, больше речь идет о морально-нравственных каких-то аспектах. Этот аркан силы, да, здесь изображен Геракл, который силой управляет львом, он открывает или закрывает, сейчас посмотрю, пасть льву, по-моему, открывает. А пасть льву, здесь речь идет о внутренней борьбе между нашим как раз-таки бессознательным и сознательным в плане наших инстинктов. То есть кто победит? Победит человек с его морально-этическими взглядами, да? Либо победят гормоны и животные какие-то инстинкты. Кто возьмет вверх? Наша либидо, либо вот наше какое-то духовное проявление благодетели. То есть вот здесь речь идет об этом. Поэтому ваше, что ищет ваше бессознательное, оно как будто бы старается улучшить вас. Да? То есть вот то, что мы говорим, человек воплощается, душа воплощается в этом мире для того, чтобы усовершенствовать саму себя через жизненные какие-то ситуации. Вот вы бессознательно как раз-таки к этому приходите, да, вот к этой борьбе, кто победит. Вот здесь именно вот эта вот внутренняя сила, да, хватит ли вам силы воли, дисциплины, что-то сделать. То есть вот поиск, который вы совершаете неосознанно, он как раз-таки базируется на этой энергии, да, кто победит. Хочется сказать, душа, либо все-таки вот это вот забвение души в человеческом теле. Что еще неосознанно вы ищете? Король Пентаклей, да, вот эти вот блага. Смотрите, здесь так интересно, вы прям реально душа совершенствует себя через материальный мир, да, и при этом здесь очень вам как будто бы важно не погрузиться в этот, не погрязнуть, да, чтобы вас не затянуло в этот материальный мир, да, чтобы вы не стали материю ставить выше своей души, да, выше своего, то есть чтобы дух, он не был выше вашей души. То есть материальный мир, который вас окружает, чтобы он вас не был приоритетнее, чем ваше состояние. Вот у вас идет вот эта вот бесконечная борьба. Потому что вот здесь, если я сейчас вот еще дьявола, это вот прям очень четко мне будет показывать, идет некое такое искушение. Особенно оно выражается через ваши желания. Да? Что мне сделать? Там, что выбрать? Выбрать там, например, не знаю, купить там машину, либо дом. И вот взять это в ипотеку и потом всю жизнь свою выплачивать это. Либо как-то вот больше
акцент идет на совершенствование своей души, и лучше предпочесть, я не знаю, поехать куда-нибудь на эти деньги в какое-то путешествие, да, что поможет и обогатит мое состояние души. То есть вот такие аналогичные варианты у вас всегда всплывают. То есть что предпочесть? Материю либо душу? Вот это вот такое для вас... Какой мир выбрать, да? Материальный либо тонкий план, да, либо душевную какую-то свою организацию. И почему здесь идет выбор, я не знаю. Выбор в плане, кто кого победит. То есть здесь даже не выбор, а вот именно борьба. Вот ощущается какая-то борьба, кто победит. Вы как будто бы все время себе даете какие-то вызовы, да, бросаете себе какие-то вызовы, вот справлюсь ли я с этим или нет. Это, знаете, как все время вы как-то себя ставите в позицию некого искушения. Например, там, я не знаю, сидите на диете, понимаете, что сладкое нужно отказаться, да, и вот периодически ходите, я не знаю, на какие-то вечеринки, дни рождения, где очень много этого сладкого. И вот вы себя искушаете на то, что смогу я это съесть или нет, да? То есть смогу я себя побороть и отказаться. Вот здесь вот все время вы находитесь на какой-то грани. А, хорошо, что еще вы ищете неосознанно? Девятка жезлов, да, вот то, что я говорила, насколько вам удастся закрыться, закрыться, от чего вы тут закрываетесь? Аркан мира. Аркан мира у нас как раз-таки говорит о единении, да, когда душа достигла уже такого достаточно высокого уровня своего развития, и она слилась именно с абсолютом, с Творцом, и с этой позиции она не то что отказывается от материи, а она осознает, что она напитывает, то есть вся материя, она напитана этой сутью, этой энергией. То есть здесь вот такой какой-то вот очень высокий уровень, и вы как будто бы закрываетесь от этого. У меня ощущение того, что вы еще ни одно воплощение будете прорабатывать свой материальный план, в том числе и финансы. Почему? Потому что как будто бы вы не до конца прошли урок осознания, что есть материя. Да, то есть вы еще как будто бы будете возвращаться не один раз и воплощаться в материальном мире для того, чтобы познавать материю. Как она работает, как она влияет. Это неплохо, это просто еще не завершенный урок, и для вас это важно. Поэтому где-то, возможно, есть какая-то программа, да, связанная с тем, что не нужно бороться, а нужно принять, потому что в материи есть... То есть материя есть дух, да, в ней есть искра, вот эта вот частица абсолюта, вот, что пронизывает нас всех, в том числе и мир, который нас окружает. То есть вот еще до таких высоких материй, да, вы еще не дошли. Интуитивно вы это понимаете, но еще осознанности нету. Почему? Потому что в мире дуальности, да, вы как будто бы не познали еще противоположность. То есть, например, то, что связано с... душой, да, возможно, чисто интуитивно у вас есть понимание, потому что у вас есть эти правила, нормы, добродетели, у вас есть осознание, да, того, как, к чему человек должен стремиться, как он должен жить. Но в противовес ему, да, нету еще полного понимания, как работает материя, да, то есть вам еще нужно поработать с этим, пожить, повариться, хочется сказаться, да, сказать в этом. Поэтому вы еще пока неосознанно закрываетесь. То есть это вам еще не нужно. В этом воплощении это как будто бы стоит как цель для вас, да. Но в этом воплощении вы этот урок еще не пройдете. То есть вам, мне кажется, нужно будет воплотиться еще раз для того, чтобы понять. Потому что здесь вопрос не в том, чтобы отказаться от материи. Вам не надо отказываться от материи. Вам надо просто понять, как она работает, как устроена материя, в чем ее суть, как она работает, что она дает. Ну, то есть вы еще находитесь в процессе этого обучения. Так, что вы ищете? Как интересно, вопрос, что вы ищете, а показывает как что-то абсолютно иное. Ну, в принципе, Таро всегда так работает. Показывает то, что считает нужным. Что вы ищете осознанно? Это неосознанно. Осознанно, что вы ищете?
Осознанно дурак, да, осознанно вы ищете некую такую свободу, и вот как раз-таки то, что и говорится, да, вот по аркану мира и по аркану силы, осознанно вы ищете расширение своих границ. Как мы можем расширить свои границы? Только когда мы начинаем впускать какой-то новый опыт, то есть шут. Вот то, что я говорила, вам еще нужно узнать материальный мир. Шут как раз-таки нам про это и говорит, что у него задача – это получать опыт. Не, абсолютно неважно какой. Для него любой опыт – это обогащение его знаний и тем самым расширение его границ. То есть ему все равно, допустим, если он пойдет работать, я не знаю, дворником, он из этого тоже сделает какие-то выводы для себя. Либо он пойдет там, я не знаю, милиционером, либо куда-то в творческую профессию. Им абсолютно... Это те люди, у которых, знаете, нету стремления стать кем-то. Это те люди, которые... знаете, хотят получать удовольствие, неважно, чем они занимаются. То есть для них в кайф будет там я работать массажистом, работать энергопрактиком, работать рунологом, регрессологом, неважно чем. Да, то есть это те люди, которые очень легко сменяют одну профессию на другую. Почему? Потому что они где-то глубоко, хотя мы говорим про осознанный момент, осознают и понимают, что важно в этой жизни опыт, а не статус, да, то есть это вот статус, это как раз-таки есть вот этот вот материальный мир, это и есть проявление как раз-таки эго, то есть когда душа воплощается в теле, вот именно человек, который становится, душа, которая проживает в теле, да, становится человеком, и вот это вот эго, характер, личность, да, человека, ей это важно. Душе, в принципе, не важно, и не абсолютно не важно, как ее будет звать и какой опыт она будет проходить. Для нее важен этот опыт, и вы это осознаете. И поэтому здесь, что аркан силы говорит о неосознанном преодолении своих каких-то страхов, да, вот то, что я говорила про инстинкты. Вот точно так же вы это и осознаете. То есть ваше бессознательное, оно, правда, более как-то глобально, масштабно показывает вашу задачу. Осознанно у вас как-то более конкретно, в более мелких масштабах. Но здесь суть, в принципе, одна и та же. Преодоление своих страхов. Шут тоже идет вперед, невзирая на какие-то свои страхи. Ему море по колено, у него нету вот понимания того, что есть страхи. Почему страхи? Потому что страхи – это иллюзия. Я не говорю об инстинкте, там, я не знаю, самовыживания, либо самосохранения. Это реальные вещи. А вот страхи – это иррациональные вещи. Это то, что идет в противовес той программе, которая есть у нас. То есть если у вас, например, есть убеждение, которое говорит о том, что я не могу зарабатывать, там, например, большие деньги, и вы в процессе сталкиваетесь, ну, попадаете в какую-то сферу, либо в какое-то пространство, где люди зарабатывают большие деньги, где-то внутри вас вы будете ощущать тревогу, переживание. Мне некомфортно находиться среди этих людей. Это не мое. То есть начинает срабатывать программа, которая говорит о том, что это не твое место. Да? Почему? Потому что у вас немножко другая программа, да, записана, прописана на бедность, к примеру. И появляется вот этот страх, тревога. Мне надо уйти отсюда, мне здесь некомфортно. У шута нету этого страха. Почему? Потому что у него границы расширенные, да, в его голове, он постоянно их расширяет, у него нету зоны комфорта. Это тот человек, вот как по аркану мира, да, человек мира, у него нету, условно говоря, и утрированно, да, совсем какого-то дома. Его дом – это, там, не знаю, планета Земля. Как я видела недавно в ТикТоке ролик, где девушку говорят, спрашивают, вам нравится бомжевать? Она говорит, почему я? Вы считаете, что я бомжую? Мой дом – это вот планета Земля. Я живу на Земле. Мне везде хорошо. И в одной стране, и в другой. У меня нету дома не потому, что я его не хочу. Потому что я не хочу привязывать себя к одному месту. Мне хорошо, мне хочется везде быть. Мне хочется везде путешествовать. И поэтому, если для кого-то это считается бомжевание, да, то есть отсутствие дома, то для меня это, наоборот, отсутствие привязки к какому-то месту. Вот здесь вот примерно такое же. Вы осознанно
ищете получение какого-то опыта, расширение своих границ, да, получение чего-то такого нового, и все время здесь даже не преодоление страха, как по аркану силы, а здесь полное его отсутствие, потому что присутствует доверие. Да, вот это вот то, что, к чему вы стремитесь через какое-то, через несколько воплощений, не знаю через сколько, но здесь вот однозначно ни одно воплощение вам понадобится для того, чтобы прийти к аркану мира. Вот полное слияние с абсолютом. Такой вот очень высокий уровень, да, обычно мастера рождаются такие просветленные, если их так можно назвать, да, когда люди понимают, что масштабы немножко другие, вот то, что я сказала, мой дом – это планета, а не какое-то одно конкретное место. И вот осознанно вы где-то это славливаете, и вы стремитесь к этому, и осознанно вы стремитесь к доверию, но не получается у вас доверять людям, не получается у вас доверять миру. Почему? Потому что вот именно король Пентаклей не дает вам это. Вам нужно понять материю, как она устроена. Поэтому доверия пока нет. Вы это осознаете, вы ищете этого, но пока у вас не получается. Что еще осознанно вы ищете? Разбитое сердце. О чем нам здесь говорит разбитое сердце? О завершении. Что здесь завершилось? Суд, да? Суд. Так, секундочку. Что-то надо здесь мне подумать, потому что так как-то нить повествования прервалась. Что вы ищете осознанно? Вот осознанно вы как будто бы ищете вот это вот перерождение, очищение. Знаете, здесь как вот мне показано, что я хочу очень быстро из шута прийти в аркан мира. То есть я хочу прийти к этому состоянию, да, когда вот я уже нахожусь на высоких вибрациях, в единении с абсолютом, я управляю уже этой материей в плане того, что я могу влиять на нее, я понимаю, как устроены эти законы. Но не совсем вы, чтобы вот слиться, да, с абсолютом, вам нужно понять материальный мир. Вы этого не можете понять еще пока, потому что вы проходите этот этап. Вот, то есть он еще не завершен. И у вас от этого, да, что вот вы еще не дошли сюда, осознанно получается разбитое сердце, да, и вы как будто бы стремитесь к тому, чтобы завершить эти переживания вот в этом воплощении и пойти на перевоплощение. Как-то вот очень вы хотите перепрыгнуть этапы, вы хотите перепрыгнуть как будто бы, если даже не несколько лет, либо какой-то этап, вы как будто бы хотите перепрыгнуть одно, два, три перевоплощения и сразу попасть в аркан мира. То есть вы осознанно как-то хотите завершить то, что причиняет вам боль. То есть вы ищете, как бы так вам сказать, вы хотите получить результат, при этом не пройдя процесс. То есть, например, если вам говорят, что сначала, ну, то есть этап, например, развития отношений, да, какие они, как правило, да, то есть знакомство, конфетобукетный период, узнавание, притирки, потом, может быть, совместное проживание, да, там, дети, семья, не знаю, как дальше будут развиваться отношения, и в какой-то момент отношения, они либо завершаются, либо переходят на какой-то совсем другой уровень. Но когда завершаются любые отношения, да, они всегда болезненные, если, допустим, ну, там нет уровня осознанности, ну, в общем, много разных факторов. Не суть. Здесь важно, что когда ты завершаешь отношения, всегда больно. Всегда больно. И вот вы как будто бы хотите эту боль перепрыгнуть. Да? То есть я вошла в отношения, да, я уже поняла, что это не мои отношения, мне нужно двигаться дальше. Но вы хотите перепрыгнуть эту боль, вот, и сразу пойти, допустим, в новые отношения. Вам говорят, нет, вот в этой боли есть очень много уроков, а вы как будто бы ее не хотите. То есть вот эти вот боль, страдания, переживания, когда вы чувствуете себя убитым, вы это избегаете. Вот вообще физическая боль, даже нет, не физическую, физическую у вас высокий порог, а именно душевную, вот эту вот боль,
переживания, особенно когда, знаете, у вас есть чувство вины, да, то есть когда вы кому-то сделали причинение боль, пусть даже неосознанно, пусть это во благо даже было, да, и вот вам от этого становится больно, вы эту боль избегаете, вы ее не хотите, вы хотите быстро-быстро пойти на перерождение, а вам и говорят, что вот как раз-таки вот эта вот боль, вот то, что вы переживаете, это и есть этот материальный мир, это и есть этот опыт. Вы как будто бы, знаете, вот входите в какой-то опыт, быстро-быстро все осознали в нем, что, ну да, я понимаю, как это будет дальше развиваться, мне это не надо, иначе мне надо другой опыт. И вы хотите перепрыгнуть, как-то перескакать, и не получается. То есть вам говорят, что именно по этой причине, то есть вот в этих двух картах, это вот как будто бы вот этот вот король пендаклей. Вот это вот материальный мир. Не знаю, допустим, кому-то дали в долг, да, денег, и вам не вернули. Вы это поняли, да, что вот я ошибся здесь. Но у этого урока есть какая-то фаза, где вот вы переживаете, почему я так поступил, начинаете как-то рефлексировать, делать какие-то выводы на этот счет. Вы сразу, а вы это уходите от этого момента и говорите, да-да, я понял, что так больше делать не надо, я больше не буду, давай пойдем дальше, ну, по жизни. А вам говорят, нет, не убегай от этой боли, она тебе нужна, ее нужно прожить от тройки, ее нужно дожить до десятки, до конца, до самого дна. А вы не хотите, вы хотите по аркану суду быстро-быстро убежать от этого, завершить вот что, да, я уже понял, я уже осознал, я уже сделал глубокий анализ этой ситуации, уже все понял. Но, к сожалению, вы не понимаете, почему, потому что вы избегаете этой боли, в этой боли есть суть, понимаете. Это как вы приготавливаете обед, но при этом вы его не солите. Да, он полезный, безусловно, да, вкусный, с точки зрения, что там можно добавить другие специи, но соль ничем не заменишь. Вот здесь, причем смотрите, аллегория какая, соль, да, соль это суть, суть по сути и земля, и у нас здесь выходит аркан короля Пендакли, да, то есть какая связь в повествовании, то есть вы как будто бы избегаете самой сути. Вы ее не улавливаете. Почему? Потому что она по каким-то причинам приносит вам душевные, психические какие-то переживания. Вы их не выносите. Еще раз скажу, физическую боль вы выносите, а вот психическую нет. Вам сложно, поэтому вы убегаете. И вот такое ощущение, что вам поэтому каждый раз дают аналогичный опыт, достаточно болезненный, чтобы вы научились проживать. Почему? Потому что вот через проживание боли естественный процесс идет очищение. То есть когда боль доходит до какого-то пика, попробуйте, когда у вас будет что-то физически болеть, найдите локацию своей боли, например, там, не знаю, живот болит. Он же не весь болит, он в какой-то конкретной точке болит. Вот если вы сфокусируетесь на своей боли, вот в этой конкретной точке прямо ее прочувствуете, вы заметите, что эта боль будет все время убегать. То есть, допустим, нащупали, там, не знаю, низ живота, к примеру, да, болит, ментально нащупали эту боль, хотите сфокусироваться на ней, да, что вот прям полностью ее ощутить, пропустить через себя, у вас не получится эта боль, она будет все время убегать, то в одно место будет, то в другое. То есть то, по сути, на чем вы фокусируетесь, да, на этой боли, она убегает. Почему? Потому что ее нету. Ее нету. И вот вам важно здесь не убегать, вам важно эту боль прощупать. И вот когда вы действительно сфокусируетесь долгое время, и боль перестанет убегать, вы ощутите внутри себя расслабление. Расслабление вас попустит. То есть вот это вот упражнение с фокусировкой боли, оно приводит к тому, что эта боль доходит до какого-то своего определенного пика, а потом приходит расслабление, очищение. И вот здесь вот ощущается то, что у вас этого очищения не происходит, потому что вы не доводите до пика, до десятки мечей, вот эту вот свою боль. В своем опыте каком-то. Как-то так. Такая у меня была и третья позиция. Философски, да, я просто вспомнила один комментарий, что, Елена, у вас слишком философские расклады. Ну, что поделать, по-другому я не могу. Напоминаю, да, что вся информация обо мне есть под любым моим роликом по ссылке моей услуги. Переходите, кому это важно. А я с вами прощаюсь до следующих раскладов. Благодарю вас всех за комментарии, за лайки. Еще раз огромная благодарность всем, кто меня ждал.
пока я восстанавливалась после операции. Надеюсь, мы и дальше продолжим с вами делать расклады. И уже, наверное, в новом году я появлюсь в экране. Уже буду готова. А пока продолжим вот в таком формате расклады. Итак, прощаюсь с вами. Всем пока-пока.